Если бы я хотела рассказать о людях, я сказала бы, что в них очень много энергии, но вся она направлена не в ту сторону. Ричард Плантагенет всю жизнь мечтал о трех вещах – путешествиях, приключениях и сражениях. А его зачем-то назначили королем Англии. Не успел моргнуть, как уже на голову надевают корону и величают Ричардом Первым. Он подумал: ну, может быть, это не так страшно и не будет сильно мешать, ведь какая разница, что там происходит в политике, если я все равно в крестовом походе. Политика настолько ему не мешала, что его даже прозвали Ричард «да» и «нет». Мол, уговорить его можно было на что угодно, было бы желание. А желание у короля было всего одно – искать приключений на свою корону. В 34 года мама нашла ему невесту. Но жениться было не досуг. Он сказал, что сыграет свадьбу во время уже третьего по счету своего крестового похода в Святую Землю. Важное замечание. Никогда не соглашайтесь на свадьбу во время крестового похода. По дороге в Святую Землю корабль его невесты Беренгарии Наварской попал в шторм, разбился у берегов Кипра, где она и угодила в руки к пиратам. Ричард немедленно бросился ее спасать, по дороге захватил Кипр и тут же на ней женился. Этот брак был бесплодным, а единственный сын Ричарда, но это все, конечно, сплетни, был рожден от совершенно другой женщины. Его назвали Филипп де Коньяк, что нас не удивляет. После свадьбы Ричард и Беренгария виделись нечасто. Вначале он осаждал Иерусалим, потом пребывал в плену, потом завоевывал другие земли, а потом умер. Его сердце похоронили в Руане, хоть я почти уверена, что на самом деле оно осталось там, в Святой Земле. В историю он вошел как отважный король Ричард Львиное Сердце. А те, кто ничего не знает о людях, должны запомнить, как нет силы, способной удержать ветер, так нет силы, способной удержать того, чье сердце в дороге. Она пишет вам в поход о том, как холодна весна, о том, как пламя от костров не греет ее рук, и вниз по Темзе мор, а вверх сестра его война. Но нет ответа, эти долгие годы своды правил,
Королева царствует, но не правит. Королева сходит с ума медленно, незаметно. Королева сходит с ума медленно, незаметно.